Привет, мои дорогие! Сегодня мы будем оживлять вот такого маленького пупсика. Смотрите, какой милашка. Будем ему прорисовывать венки, капиллярчики. Одним словом, приступаем к оживлению. Вот у нас получился такой ребеночек милый. Нам осталось закрепить краски специальным таким полиуретановым раствором, чтобы они не смывались, не стирались. Прошить немножко волосиков, реснички, и мы готовы. Пока!